Иска будет подавать штрафной. Ой, хорошая подача. И Домикелис борется за мяч. Гол! Гол забивает Хавьер Савьола, если не ошибаюсь. Да, Хавьер Савьола открывает счет в матче уже на 10-й минуте. Расстрелял бедного Жуана Калатаюда. Это уже 6-й гол Савьолы в сезоне. Он выходит на первое место среди бомбардиров Малаги. По 5 у него было и у Санта-Круса. Очень хороший навес. Защитники Мальорки мяч выбить не смогли. И четкий удар с лета в исполнении аргентинца. Никаких шансов не было у Калатаюда. С такого расстояния такой удар просто отбить невозможно. Только если бы в него, в голкипера пробил Савьола, но этого не произошло. Вот так вот. Уже открыт счет на 10-й минуте. Малага выходит вперед.